Если кто-то дома. И так уже давно, 2006 или с какого года? Заливает водой? Нет. Сейчас. Ну вот это где-то, наверное, с 2010 года. Да. У нас была аннулирована ливневая дренажная система. Вот. Делали трубы, тут и получилось так, что вот как-то их аннулировали, нашу ливневую систему. Вот и все. Вот. Куда мы не ходим, походим, были на приеме в Литвинчука. Литвинчук сказал разобраться, быстренько создать межведомственную комиссию. Ну вот, мы дальше, я накрылся, 7 месяцев идет. Постоянно я звоню, постоянно мы беспокоим, и вот как-то они не могут дойти. Хотя я сам на пединстанции, и им подтвердила, значит, межведомственная комиссия. У нас две бумаги, что... Жилье вот такое, да. Что здесь не справится с водой. Все, здесь невозможно отремонтировать. С водой, с природной не справится. Это как наводнение. Все, ну как с водой справиться? Наводнение, ну пришло, ушло, а здесь постоянно вода. Ну там дети начали. Видите, это дети вот разбили кирпичи, дети. Они играют, они не понимают, что здесь живут. О, как, знаете, песок. Видите, он здесь крошится. Из-за того, что оно просто в воде постоянно. Постоянно в воде. А последний раз, когда обращались по поводу службы? В домовой сервис? Да. Бесполезно туда. Даже и нервную систему не хочу портить. У соседа крыша бежит, он не может даже крышу выбить. Это бесполезно.